Друзья, всем огромный привет! И в сегодняшнем видео у нас будет обзор на бренд Аравия. С данным брендом я познакомилась сравнительно недавно. Это российский бренд, и он очень-очень-очень классный, поэтому я спешу рассказать вам о нем, для того, чтобы вы тоже могли попробовать эту продукцию и оценить ее качество. А дело в том, что об этом бренде я узнала из видео одного из блогеров и решила тоже попробовать эту продукцию. Я заказала у них на официальном сайте. Вот здесь она у нас сейчас на фоне стоит. Здесь, кстати, еще стоит коробочка от сайта Space NK. И в ближайшее время будет видеообзор на эту коробочку. Там просто страсти жуткие случились с этим сайтом, с доставкой с этого сайта, со службой поддержки. В общем, видео будет интересно, поэтому не забываем подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы с вами продолжим разговор по поводу бренда Аравия. Бренд у нас представлен также на маркетплейсах, на Озоне точно, возможно даже на Wildberries, но это нужно посмотреть и проверить. Но я рекомендую заказывать с официального сайта. С официального сайта у них от определенной суммы доставка бесплатная, там небольшая сумма, плюс они дают подарок каждому заказу. Например, у меня это вот такой вот подарочный сет пробников. Посмотрите, здесь такая огромная коробка. Это домашний уход за кожей и лица Face Care Home Set от бренда Аравия. Здесь так указано, что это набор пробников, то есть это не для продажи. И посмотрите, сколько их здесь. Сейчас я вам покажу. Это просто аттракцион щедрости. Посмотрите, здесь 10 штук различных пробников. Сюда входят такие средства, как CC-крем защитный с SPF в первом оттенке. Также паста-эксфолиант с энзимами. Энзимы – это очень классное средство для очищения кожи. Напомню, также для жирной комбинированной кожи очень хорошо подходит. Также подходит маска глиняная – это очищающая с ахакислотами. Маска восстанавливающая с пребиотиками. Кстати, здесь все в объеме 5 мл. Это даже не какие-то мини-пробники, которые дают в магазине, там по 1-2 мл, да? А это 5 мл. То есть, в принципе, это средство можно растянуть спокойно на пару раз. Ну и, в принципе, сделать какой-то вывод. Маска омолаживающая с комплексом минеральных грязей. Кстати, вот такая вот розовая серия, насколько я поняла, у них для возрастной кожи. Серия зеленая – это для жирной комбинированной или проблемной кожи. И вот такая фиолетовая, видите, шаг 4 у них указано. Это скорее просто как, ну, типа косметическое что-то, то есть типа тонального крема. Дальше у них крем интенсив омолаживающий для контура глаз. Это тоже антиэйдж серия. Крем уход для контура глаз и губ с пептидами. Вот такой крем я еще ни разу не пробовала. Для контура глаз пробовала, а для контура губ еще нет. Но будет интересно воспользоваться. Крем балансирующий с матирующим эффектом. Ну, это, конечно же, для жирно-комбинированной кожи. Крем активное увлажнение. Синяя серия, я так понимаю, это для нормальной кожи. Мультикрем с пептидами и антиоксидантами тоже для возрастной и увядающей. И крем лифтинговый с аминокислотами и полисахаридами 3D. Это вообще что-то очень интересное и нереальное, поэтому тоже будет интересно попробовать. К слову сказать, я не знаю, какой магазин еще дает вот такое огромное количество пробников к заказу. Это прям чудесный такой подход бренда. Меня очень и очень радует, поэтому я буду еще и еще у них заказывать на официальном сайте, тем более продукция мне очень понравилось. Ну и давайте посмотрим, что именно привлекло мое внимание и что я рекомендовала бы для вас. Это вот такая вот серия. У них есть серия для волос. Это конкретно написано, что это шаг 4 вот здесь вот, но на самом деле это небольшая ошибка какая-то у них странная. В общем, скраб для кожи головы мы применяем до мытья головы. То есть мы сначала идем в душ, мочим голову, после этого применяем скраб, скрабируем кожу головы, после этого мы моем ее уже шампунем, даже с остатками вот этого скраба, и далее наносим кондиционер, маску, бальзам по надобности, по потребностям ваших волос, и затем уже какой-то такой несмываемый уход. То есть вот это первая ступень очищения. Мне, кстати, очень нравится такой мятный цвет. Это серия для активного очищения прикорневого объема. Здесь вот кроме
этого скраба есть еще шампунь, бальзам, по-моему, может быть, что-то еще, но я брала только вот этот скраб, потому что это был мой первый опыт знакомства вообще с таким продуктом, как скраб для кожи головы. Мне было очень интересно, что это может мне дать. Здесь указано, что это формула экстра объема. Да, объем это средство дает. Мне кажется, это вследствие того, что очень глубоко очищает вашу кожу. Это как глубоко очищающий шампунь, но даже лучше. То есть это именно скрабирование. Это еще и усиление кровотока, то есть при массаже кожи головы у вас кровь приливает, и волосы начинают также быстрее и лучше расти, если кому-то это важно и актуально. То есть это прикорневой объем и глубокое очищение кожи головы, плюс это длительная свежесть. Я действительно заметила, что после применения этого скраба голову я мою реже. То есть если мне нужно голову с моим типом волос, а у меня кожа головы нормально склонная к жирной, то есть мне приходится раз в 2 дня мыть голову точно 100%, то с этим средством я могу не мыть голову 3 дня, и она будет оставаться свежей. И что самое-самое-самое интересное, это охлаждающий эффект. В нем, кажется, содержится что-то типа ментола. Это, как знаете, в блеске для губ вот ментол содержится для увеличения объема губ, да. Также, например, в каких-то скрабах для тела тоже. И вот в скрабе для кожи головы это прекрасный компонент для того, чтобы расслабиться, порелаксировать в душе. Плюс это, мне кажется, после спорта очень классно будет охлаждать кожу головы. И вообще это такой приятный эффект. Здесь не сильный ментол, то есть это не прям вырви глаз. Разный такой жесткий ментоловый эффект. Вот у меня был такой эффект от скраба Zhuitun для тела, он прям термоядерный такой. Нет, здесь такой, ну, более лайтовый эффект. Я вот все кручу баночку, все никак вам не покажу текстуру. Здесь, кстати, была защитная пленка. Скраба здесь на минуточку сколько? 300 миллилитров, и его хватает надолго. Я пользуюсь, наверное, им уже месяц, мне кажется, и у меня вот столько, да, вот израсходовано. Посмотрите, какая у него текстура и консистенция. У него скрабирующие частички довольно мелкие, они находятся в смеси эфирных и различных базовых масел, и вот эти масла, они не дают коже пересыхать, что очень и очень важно. То есть, когда вы скрабируете кожу головы, то никакого раздражения вы не получите, вот точно. Единственное, что я не уверена, что на сухой коже головы или коже головы какой-нибудь раздраженной это будет хорошо работать. Я думаю, что таким видом продукта, как скраб для кожи головы, пользоваться, ну, все-таки с осторожностью, потому что мало ли что, может быть и раздражения какие-то, да, но вот у кого нормальная или жирная кожа головы, мне кажется, что это вообще самое-самое то. Я вообще никаких негативных эмоций или негативных последствий не испытала, только чистый позитив. Я прям очень рекомендую это средство, у него большой объем, оно стоит недорого, дает классный охлаждающий эффект, очищающий объем на волосах, вот я не знаю, это просто панацея какого-то счастья для волос. Сейчас я вам покажу немножечко текстуру. Давайте вот возьмем. Я вам покажу, как это все выглядит непосредственно на руке. Скрабирующие частички здесь вот такие вот. Здесь не крупные они. И они прям в масле. Чувствуется такая масляная текстура, жирненькая. И она очень легко смывается с волос. То есть те, кто переживает, что скраб будет плохо смываться, оставаться в волосах, нет, здесь эта история вообще не про этот скраб. Он отлично смывается, вообще ничего не остается. Остается только легкое ощущение чистоты и вот этого ментола. Здесь, мне кажется, что это сахарные какие-то гранулки. И он очень-очень мягкий, но он в меру скрабирующий. Здесь прям вот идеально все. Его, в принципе, довольно удобно оттуда доставать. Здесь широкое горлышко. Вы знаете, я давно так не была довольна каким-либо продуктом уходовым, либо косметическим, как вот этим скрабом. Для меня это прям открытие этого года. И я очень рекомендую к использованию для тех, у кого такие же потребности в очищении кожи головы. Ну и немножко расскажу, как конкретно мы им пользуемся, то есть мы наносим его на влажные волосы, по проборам стараемся наносить, и, естественно, на кожу головы, и массируем 5-10 минут, после этого уже смываем шампунем. Эффект потрясающий, средство классное, просто огонь, и мне очень нравится, что это именно российский бренд, то есть наши российские бренды делают тоже достойную косметику. Второе, не менее любимое мной средство, это гель для умывания с активированным углем, Detox Carbon Cleanser называется. Эта серия тоже для жирной и комбинированной кожи. Здесь 150 мл, срок годности после вскрытия 12 месяцев. Кстати, видите, у них здесь приписочка Arabia Professional, то есть это для, может быть, каких-то профессиональных даже целей используется. Я, кстати, была у них на сайте, смотрела, у них часто проводятся какие-то бесплатные тренинги и консультации, плюс у них часто закупаются мастера, я так понимаю, в салоны красоты, то есть это действительно косметика, на которой работают салоны красоты.
И мастерам там даже какие-то специальные скидки косметологам, да. Ну, у них часто вообще бывают какие-то сезонные распродажи, сезонные скидки. Я ссылку на сайт оставлю внизу и на эти продукты, чтобы вы могли зайти и посмотреть. Что интересного в этом средстве? А здесь, во-первых, очень странно, но здесь две помпы. Я не знаю, для чего нужно две помпы, но их тут две. Плюс это средство очень мягкое, то есть оно абсолютно не пересушивает кожу. Вот это вообще класс. По текстуре оно жиденькое и черного цвета. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. То есть это прям вот такая вот черная жижа. Кстати, видите, какое маленькое количество от одного нажатия из помпы вылилось. К сожалению, здесь не очень какая-то удобная помпа, в том плане, что помпа — это очень классно, я люблю средства с помпой, но она очень мало выдавливает. То есть чтобы мне один раз умыть лицо, мне нужно раз 5 нажать на эту помпу. Это минус, небольшое упущение, но может быть они исправят это в следующих версиях. Само средство потрясающе. Сейчас вам немножко текстуру покажу. Видите, оно такое очень жидкое, и когда вы его вот так вот растираете, оно становится более серого такого оттенка, уже не такого черного, и оно мягенькое. Посмотрите, оно такое прям нежное. То есть оно классно, во-первых, оно классно действительно очищает, оно делает детокс, не глубокий детокс, не такой прям как скрабирование, не знаю, лица, но для ежедневного очищения, мне кажется, эта умывалка очень подходит. То есть она не травмирует кожу, она ее прекрасно очищает. Я не смываю ей макияж, потому что когда я пользуюсь макияжем, как правило, я умываюсь по корейской системе. Это гидрофильное масло плюс пенка для умывания. Но этой пенкой я отлично пользуюсь утром с утра, либо если я не красилась в течение дня, то я тоже ей могу умыться вечером. Никакого раздражения она мне не дает. Она классно очищает кожу. Она не вызывает никаких ни забитых пор, ни высыпаний, ни воспалений. Просто суперское бюджетное средство. Я от души рекомендую тем, у кого жирная либо склонная к жирности кожа комбинированная, и даже, мне кажется, нормальной коже это средство подойдет, потому что оно довольно-таки мягкое. Подводя итоги, от бренда Аравия я осталась в полнейшем шоке и просто в приятнейших эмоциях. Для меня эта покупка была безумно классной, тем более, что она бюджетная, и поэтому я рекомендую вам также обратить на этот бренд внимание. Все ссылочки, напомню, будут также внизу. Всем, кому понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, не забываем подписываться на канал и оставьте свой комментарий, возможно, вы пользуетесь тоже этими средствами, и можете мне посоветовать ваших любимчиков. Всем огромное спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока!